7 лет назад появилась горстка людей, называемых проводниками. Они могли манипулировать разными формами материи и даже использовать эту силу как оружие. После череды разрушительных инцидентов с их участием был создан департамент единой защиты, главной задачей которого являлась поимка проводников. Задержанных помещали в специально созданный изолятор под названием Кердан Кей. Прошли через немыслимое. Но я не смогу вам помочь, пока вы не откроетесь. Мисс Уокер. Мисс Уокер. Рамира! Расскажите, что с вами случилось? Ладно. Родители заложили меня, когда узнали про мои способности. Я была в шоке. Но мой брат Брент, он всегда обо мне заботился. Схватил меня за руку, и мы убежали. Несколько лет жили на улице, прятались, все время в бегах. Зарабатывали на жизнь темными делишками. Но то последнее дело в Сиэтле, оно было хуже всего на свете. Да ладно тебе. Осталось одно дело. Мы все погрузили, пойдем. Нет, сегодня зарплата. Угу. И сколько? Хватит, чтобы переехать. Да? Да. И купить тебе котенка с коротким хвостом. А? Вот ты гад. И начать все заново. С чистого листа. Черт, скорее ложись! Что? Копы. Так, ты прячься. Я их отвлеку. Не надо. Сделаешь дело и валим. Нас никто не найдет. Нет, но... Нет. Нет. Не используй свою силу. Да все в порядке. Я просто... Все улажу. Раныра! Ладно. Эй! Стой! Сюда смотри. На меня, в глаза. Как вы задолбали. Офицер Холл! Одна есть! Ладно, детка, давай сюда. Привет всем, дорогие друзья, с вами Анри, и мы начинаем прохождение масштабного DLC к игре Infamous Second Son, Infamous First Light. Видела то, как парни с ракеты? А если поискать на твоем качестве? Постой! Хочешь, фокус покажу? Нажмите и удержите кружок, чтобы бежать на скорости света. Давайте немножко диалоги сделаем погромче. Что-то такое чувство, что они не стали громче. Брент заставлял меня скрывать свою силу. Если бы стало известно о проводнике в городе, за мной началась бы охота. Но в ту ночь я не боялась. Я хотела сделать дело, применив силу, а потом улизнуть с братом задолго до того, как прибудет Десс. Не попадитесь полиции. О, нет. Конечно, не попадусь. Сейчас будем с вами убегать, дорогие друзья. Да все, успокаивайтесь. Вы меня никогда не догоните, ребята. Так вот, это предыстория вот этой девушки, которую мы встретили в Infamous Second Son. Кто видел мое прохождение, следит за моим творчеством, должен был видеть. Кто не видел, посмотрите обязательно.
Эй, по мне еще стреляют. Местечки, где же вы? Укромные местечки? А где укромные местечки? Я не знаю. А, вот они. Нужно оторваться. Я понял. Они, то есть, на карте отображены. Кажется, вот этими... оторвалась. Все, оторвалась? Ну? Улетай, вертолет. Вертолет отстал. Ой, он сейчас сюда повернется. Нет, только не сюда. Ну все, по идее. Брент, ты как? Ну, я-то ничего. Но когда ты засветилась, город взбесился. Оставаться слишком опасно, нам нужно уходить. Дес на подходе. Ты же хотел начать все заново. А я хотела котенка. Расскажи мне о работе, я ее выполню. Ладно, только быстро. Пентхаус на углу 3-й и Стоун. Оттуда надо украсть красную сумку. Ладно. А что в сумке? Да будешь, и мы уплывем на лодке, набитой деньгами. Найдите квартиру. Так, мне бы хотелось... Можно поставить яркость? Чуть-чуть больше. Вот так вот. Звучит неплохо. Мы справимся, брат. Ты всегда их опережаешь. Только быстро. Если попадешь в тюрьму Деза, я этого не переживу. А куда идти нужно? Как там, где карта? Не-не-не, куда идти? На вот эту фиолетовую... На фиолетовый маркер? Ну ладно, давайте. Я думаю, туда. Так вот, это предыстория про девушку. Вот эту фиолетовую, которую мы встречали в игре. Second Sun. Сделали такое ответвление немножечко про нее. Я вообще не очень люблю играть за персонажей девушек, женщин. Вот, ну, здесь придется, так как вариантов мало теперь уже. И тем более эту игру подарили вот в январе в PlayStation Plus. Как не поиграть теперь, если она бесплатна? Ну как бесплатно? Ну вы понимаете. Так. Давайте, надеюсь, меня тут никто не испугается, не сдаст меня. Найдите квартиру. Blue Sky. Далеко, блин, бежать. Central Bank. Bank. О, я уже почти пришел, вроде бы. На конспиративную квартиру. Так, где-то здесь. Нажмите, держите кружок, чтобы сбежать по стене. Но мы это знаем. Гляньте, сквозь балконы. Секилица. Опа. Шутишь? Войдите в хранилище. А ну-ка. Заперто. Locked. Откройте дверь квартиры с помощью неоновой стрелы R2. Выстрелите в дверь, чтобы открыть ее и войти в квартиру. Тук-тук. Ку-ку. Опа. Подстава. Что? Это не я. Без свидетелей! Лови ее! Опа. Сумка! Давай сперва приходи! Ребята, вы знаете, с кем вы связались? Мне нужна только красная сумка. И все. Черт. А я ж могу мочить еще. Ого, нихера себе. Возьмите сумку. Ребятушки, откисайте. Да вот сумка, где она. Берем сумку. Как мы их, да, раскидали с вами? Довольно-таки неплохо. Не трожь кейс, не трожь кейс. Там какая-то херня. Зря, зря. Вот оно. Ой-ой-ой. Ну, я, скорее всего, не умер, конечно. Мне какие-то силы, возможно, придало. Но бабки... Опа. Какого... Эй. Нужно зарядиться. Про запас. Так вот, неончик рядом. Помните, можно неон поглощать? Ладно. Ранера, как ты? Ты была там? Что случилось? Там полно русских с бомбой наперевес. Блин, акулы. Они его нашли. Кого нашли? Моего босса. Если они знают про пентхаус, то знают и про лодку.
Нужно сматываться. Ладно, заводи мотор, я скоро буду. Извини, что так вышло. Я хотел подарить тебе тайского котёнка. Вернитесь к лодке, предназначенной для побега. Только здесь теперь везде полиция орудует, я так понимаю. Видите, на карте видно. Бирюзовые вот эти машинки. Нужно аккуратненько про... чтоб нас не заметили. Так. Ранера, не подходи к катеру. Тут рядом акулы с пушками. Что? Я сейчас буду. Нет, если у тебя начнется паника, они тебя накроют. Да все нормально у меня, я тебя вытащу. Давай, прячься, дуралей. Меня накроют, да кто меня накроет? Я сам кого хочешь накрою. Тут полиции, конечно, куча. Гляньте, как я ловко. Я сквозь людей просачиваюсь. Дело в том, что... А ну где эта акула? Сейчас будем их разминать. Это вообще не здесь. Черт, это рядом. Блин, не туда я. Ладно, давайте. О, гляньте, следы остаются после меня. Наследил. Давайте аккуратненько на пирс. Что у нас здесь? Где? Где эти акулы? Сейчас будем их раздамаживать. О, моего брата убили? Вы че, твари? Эй, так не пойдет. Какого члена? Чучелка. Где же? Чучелка. Айфон. И здесь рекламой стал. Черт, ты мне нужен. Когда мне становилось страшно, я думала о Бренте. Только он мог меня успокоить. Я цеплялась за воспоминания. Первую ночь в Сиэтле мы нашли мост и спрятались от дождя. Читали комиксы с фонариком, пока не заснули. А потом пришел тот мужик, хотел украсть наши жалкие пожитки. И он мог бы дорого за это заплатить. Но в ту ночь мы установили правила. Первое, ни за что не применять силу. К черту вещи. Брент хотел сохранить нас. А я применила силу. Это только моя вина. Моя! Я сорвалась! Копчика прибил случайно. У-у-у! Вы получили приз. Провал. Эти прорывы в реальности изменили меня. Я получила способности, как будто тело все еще сражалось, когда разум сдался. А, это оковы такие у нее на руках. Вы очень помогли нам, мисс Уокер. А прорывы? Покажите, какие способности вы обрели в результате. Вы хотели бы управлять своей силой? Мы вас научим. Не знаю. В последний раз я... Начнем с чего-нибудь простого. Я буду наблюдать за вашими успехами. И не делайте глупостей, глупостей? Прошу. Только это я и делала. Нет, мисс Уокер. Вы спасались. Опа, сейчас будут меня дрессировать. Ну, здравствуй, здравствуй. Полигон. Толстая какая мадам у нас. Уязвимое место есть у каждого. Нужно только поискать. Нажмите L2 для приближения. А, ну да, так мы по ногам так стреляли. Бывает. Это начало. Не всегда мир будет ждать. Иногда придется действовать первым. Повинуйтесь инстинктам. Давай, а так вот, отлично. Неплохо, нехорошо. Но вы только начинаете.
Может, вам нужны более узнаваемые решения? Впечатляет, верно? Это световые голограммы. По виду они как настоящие. А теперь убейте их, пожалуйста. Обычно я не стреляю в людей, ясно? О, эти голограммы создает проводник Юджин. Он не против. Но зачем? Затем, чтобы выжить. Не только вам, но и тем, кто не умеет защищаться. Эй! Защитите их! Что за шантаж? Друг народа спасен, изложников 0 из 3. А, нужно подойти, забрать его? Забрал. Хорошо, что боевой дух вас не оставил. Может быть, и другие чувства тоже вас не подведут. Время. Вы можете идет. Видеть врагов, союзников. Найдите и спасите. Сквозь заложника. Стены могу смотреть? Нихера себе. Вот эта баба у меня, она еще и сквозь стены может смотреть, ребята, ну это просто отлично. Потрясно. Так, второй заложник спрятан неподалеку, но на этот раз действуйте быстро, иначе он умрет. Мучительно. Где-то здесь. Все вижу. Слышь ты, тварь. Отлично. Вы показали не самое лучшее время. Давайте попробуем что-нибудь еще. Поглощаем неон, чтобы... Вы прошли испытание. Меню паузы, options. На панели справа приведен список доступных испытаний. Угу. Спасено изложников 10, ну и так далее. То есть за эти испытания нажмите L2, чтобы открыть экран улучшений. Проходя испытания, вы получаете очки навыков, на которые можно приобретать и улучшать силы. Но это мы еще помним оттуда. С помощью левого стика выберите фотонный прыжок. Для покупки нажмите X. А ну-ка. Тю! Двигайтесь на скорости света, удерживая кружок, а затем нажмите X, чтобы взмыть воздух. Хорошо. Приобретаем. Посмотрим, как высоко вы прыгаете. Базовые навыки у вас есть. А упорство, Мисокер? Если перед вами стоит задача, вы будете бороться? Или вы спрячетесь под стол? Конечно, буду. Ангард, Мисокер. Спросите изложников, чтобы пройти испытание. Ёб твою мать. Нас ждет новая жертва. И откуда они берутся, да? Все, иду, братик. Есть. А что теперь? Следи за ногами, толстяк. Давайте уничтожаем их. Так, теперь сюда. Готовьтесь стать спасателем. Снова. Братики, ну нельзя нападать на... Блядь, беззащитного... Вот это настоящее испытание. Человека. Шлепики, я здесь. Ох ты, гляньте, они еще с пушками. Подонки с малосемейки. Ну? А, вон уж. Слышь, зуб. Нечем. Дышать. Да ладно, все, окей. А вот еще одна невинная жертва. Я вижу. В бошку тебя. Я научусь. Конечно, научишься. Я тебя научу, родная. Будем тушки разминать, знаешь как? На тебе, в бороду. Так, готовы, ребятушки. Иду. Скорее, новый заложник какой-то слабый. Слышь, братик. Следующая группа неприятная. Пора валить.
Неприятная? Где? Вижу неприятную группу. А ну стойте, ребята. Где там? Кто-то внизу секирится? Нет, наверху. Вот, я вижу его. Заложник. Где заложник? Где-то здесь. Скорее, мисс Уокер, тут еще заложник. Вы же не хотите, чтобы он умер? Не правда ли? Нет, не хочу. Все, 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 еще двое, да? Блять, эти шлёцыки начинают выходить. Где они? А вон, вижу. Одного, а вон второго. Заложник, черт, я, короче, упустил одних шлёцыков, пьется. Последний, да, это нет, еще один. Будьте сильны. Опа, еще сейчас одни лянь. Блин, прям здесь, где я стоял, возродились. Подонки. Упитанные. Давайте еще мне. Все, 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 все. Один СП. На этот раз вы точно не опозорились. Естественно. Это был приемлемый результат в упражнении с заложниками. Мы ведем статистику, чтобы достижения других проводников злили или же вдохновляли вас. Я всегда готова заниматься. Может, хотите их превзойти? Можно. Вы получили доступ к заданию по спасению заложников на арене Альфа. Options меню паузы. На левой панели показаны арены Кердан Кей, которые можно посетить в любой момент. Пока довольна. Присядьте. Я хочу, чтобы вы рассказали, что произошло в Сиэтле. Я целую ночь громила город, искала брата, а под утро вернулась на наш катер. Там я встретила его. Он тоже искал Брента. Извиняй, детка, ты не видел этого пацанчика, такого со здоровенным иракезом? А ты что, знаешь Брента? Ты с теми русскими? Че, акулами? Не, нафиг. Значит, это они утворили? Черт, опять они хватают моих работников. Хватают, стой! Ты знаешь, где он? Покажешь? Эй, сбавь газ, конфетка. Я смотрю, ты ищешь приключений на свой задик. Я не знаю, какие у вас с Брентом были дела, он но... Он мой брат. Помоги мне. Брат? Так ты про Ныра? А я Шейн. Шейн. Брент не рассказывал, что его сестра такая куколка. Скажи, где его найти? На восточном берегу. Спасибо. Если что-нибудь узнаешь, позвони на номер Брента, ладно? Да-да, конечно. Как скажешь, детка. Только постарайся никуда не вляпаться, ладно? Город должен увидеть настоящую меня. Нужен неон. Много неона. Заберитесь на неоновую вывеску. Давайте, давайте, где? А вот здесь можно? А, нет, нам... Здорово, Проныра. Я тут прощупал почву, да, но акулы страшно злые. Так что нужно действовать быстро. Ладно, я и так собиралась за неоном. Эй, полегче. Я обожаю глотнуть газку, ничуть не меньше прочих. Но неужели это... Этому трюку я научилась в Джерси. Неон помогает мне мчать с дикой скоростью. Серьезно? Поверю тебе на слово, проводник. Интересно, какие еще секреты ты от меня скрываешь? Так, нам нужно забраться туда, но... Пока, дорогие друзья, на этом давайте закончим. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей. Всем пока.